Всем привет! Заварил чаек, напилил дровишек уже. Время часов 10 уже, наверное. Погодка прекрасна сегодня. Солнце светит, тепло. Сегодня хочу попробовать продолбить здесь. Сейчас надо будет сперва сделать ручку. У меня там есть этот кирка у меня там есть. О, вспомнил, как называется. И вот здесь бы хотелось бы сделать вход другой. Не вот не такая, чтобы открывалась вверх. Она и приметна сильно, и небезопасна. Как бы хотелось бы вот такую тут траншею продолбить. А вот здесь вот, здесь или подальше, там люк как бы такой, ну, небольшой где-нибудь, чтобы, ну, залазить можно было. И там уже ступеньки спускаешься. Здесь небольшой коридорчик, как получится. А здесь все засыпать. Оно и меньше будет это как бы видно. Вход труднее будет найти. Вот не знаю, так сильно замерзшая нет. Попробуем. Кстати, по комментариям выиграла название берлога этой землянки будет. Она и вправду в самом деле похожа на берлогу. Такая куча. Это многие делают, что спереди у них видно ее, как землянка. Ну, строение, как избушка. А у меня все засыпано, только дверь видно, все. Так что берлога будет. Если бы хорошо копалось, я бы еще сделал вот так вот, ну, здесь как проход, спуск туда в землянку, а здесь бы еще бы сделал небольшой как баньку. Раз, печку принес быстренько и стопил, обратно можно унести. Ну вот не знаю, как пойдет земля. Во-первых, тут и так летом-то хреново копалось, сейчас зима еще. Так что... Не знаю. Баньку-то бы хотелось бы. Красота была бы. Попарился. Потом в земляночку пришел. Отдыхаешь, лежишь. В сугробик еще прыгнуть можно. Летом до речки далеко, правда, бежать. Но зимой-то сугробы их есть. Печка протопится. Будем жарить свининку в фольге на углях.
на гарнир. Сварю потом гречку. Такая каёлка у меня есть. Сейчас ручку сделаем. Черенок. Ага. Фибер пластовая или как она? Ручка. Пиздец. Мяч гладенец. Ну вот, после обжига большинство ворсинок сгорело, сейчас более такая гладенькая, заусенцев нету, мощная такая. Майнкрафт.
Лампочка что-то еле-еле светить стала. То ли аккумулятор садится, то ли светодиоды. Аккумулятор 3 дня работает так еще. Обычно на неделю хватает. Что-то у нас по заряду 8,2. Больше половины. Значит, что-то светильник этот опять мозги компенсирует. Что-то я не понял, куда фитили делись. То ли мышка тоже отгрызла. Вроде были вчера. Ладно, сейчас мяско ставим. Угольки появились уже. Эх, блин, долбаная лампочка. Вот и покупай. Посоветуйте кто-нибудь в комментариях, какие лучше брать. Уже всякие покупал. Садятся и все. Махом. Это диоды. Пообедать время-то уже к вечеру, наверное, ближе. Я еще не обедал. Сейчас открывал, такой запах доносится из печки. Вкуснятина пахнет. Ладно, передохнули, давайте попробуем, подолбим, посмотрим, что получится. Не уверен я, конечно, что смогу продолбить, хотя можно. Люди скалу проходили, да, раньше, ручную. А тут всего лишь мерзлота. Ручка меня, конечно, смущает. Ой, из сосны. Это хлипковато будет. Значит, от березу тут не нашел подходящую. Берез почти вообще нету здесь. Одна сосна.
Смотрим, насколько хватит. Да. Вот и фирменная ручка. Да, я так и думал, что сосна, фига ли она, не подходит для ручек. Да и твердовато. Замерзла. Зря я, наверное, решил все-таки ждать весну, не торопиться. Поспешишь, людей насмешишь, вот так и получилось. Ловушечку переставил на новое место. Здесь часто они ходят. Сильная тропа такая, прям на тропу накидал. Решил в том месте не ставить пока. Мне кажется, там припугнул маленько. На ихнем следу лучше не ходить. А я там прошел по ихнему следу. Мне кажется, сейчас они не будут там ходить. А здесь прошел рядышком. На их след не наступал. Так что опа. Может, здесь будет чаще не приходить. Там, видите, один раз только приходил. Тут уже какие-то медвежьи следы. Или вот медвежьи следы, да? Тоже. Да, долбаная лампочка.
приятного аппетита. Объедение. Наелся до отвала. Вроде два кусочка, а сытный с хлебом. Два кусочка это на завтрак. Может, сегодня пообедаю, на еще гречку сварю попозже. Хорошо.